Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловила», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется велосипедная вилка торговой марки «Сантур». Модель называется «Raiden XS Air». Имеется в виду, что это велосипедная вилка, которая имеет одну часть с воздушной камерой, а другую пружинно-эластомерную с демпфером. Демпфер имеет возможность блокироваться при помощи монетки. Монетка выносится на руль. Как мы видим, это очень комфортно. При езде можно блокировать вилку. Вилка рассчитана на велосипед на горный велосипед с размером колеса 29 дюймов. У вилки ноги магнезиумы, с добавлением магнезиума. Это сплав алюминия и магнезиума, тем самым облегченный вариант металла. Велосипед имеет ход 100 миллиметров, вилка имеет ход 100 миллиметров. У вилки есть регулировка отскока, ребаунд. Можно крутить, увеличивать и уменьшать степень отскока. Это одна из дополнительных опций, которая приятна для велосипедиста. Повторюсь, есть крепление для дискового тормоза, и это только для велосипеда с дисковыми тормозами. У велосипеда, как мы видим, алюминиевые ноги, алюминиевые штаны, корона тоже алюминиевая, но только шток стальной. Поэтому максимально облегченная вилка по недорогой, по невысокой цене. Вилку легко можно установить в нашем велосипедном магазине на бульваре Перова, так как у нас есть велосипедная мастерская. К вилке крепится колесо под эксцентрик, стандарт. Более чем достаточно. Если вас заинтересовала данная вилка, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин на бульваре Перова. Постоянным клиентам скидки. Если понравился наш видеообзор, подписывайтесь, оставляйте свои отзывы. Будем рады каждому вашему мнению. До скорых встреч!